Привет, друзья! Недавно смотрел вечер с Владимиром Соловьевым и увидел такое, что мне аж слух резануло, как будто я увидел какое-то чудо. Господин Трюхан переобулся. На Порошенко поставили очень многие ставку. В первую очередь поставил ставку народ Украины, проголосовав в первом туре. А во Это вторую такое очередь серьезное поставил, заявление. серьезно, а во вторую очередь на Порошенко поставил ставку коллективный Запад. Да? И сначала вроде бы как бы что-то Олигархи шло. забыли. Ну, олигархи тоже, но это уже Тоже. так, Это знаете, народ Украины. как бы в Это третью вот очередь. это хорошо. Но олигархи первые, кстати, разочаровались. Первые разочаровались, Ну а теперь по очереди когда начались ну, войны. теперь по Вот. очереди ставят крест Но на нем. сейчас, Дайте сейчас, договорить Вадима, а то сейчас сейчас что появится произошло? тень Жириновского, который будет бить Сейчас что по нашему произошло? туму и требует немедленного расстрела Вадима. Где-то по нарастающей с начала второй половины прошлого года Запад все больше и больше разочаровывался в Порошенко. И особенно, и я имею в виду не только в нем, а в его команде, да? И особенно это стало заметно на протяжении последних двух, где-то трех месяцев 2017 года, когда случались жесткие публичные заявления, что раньше было не характерно для там, послов, там, для официальных представителей европейских государств, требующих четких действий и от президента, и от правительства, и от Верховного Совета. Да, довольно смешно, конечно, это все смотреть на это. Ну, в принципе, понятно, там уже все знают, к чему все идет, все это бурлит, и каждый всем пока.